Ну вот вам и новая территория стройплощадки. Радуйтесь. Отойди от меня. Отойди от меня. Отойди от меня. Да я не дохожу. Руки. Я не мешаю. Я не мешаю. Пожалуйста, к линии не подходите. Давайте встанем впереди, не пустим. Основания, на которых вы приглашаете. Невыполнение законных требований работника милиции. Предъявите законные требования. Мы вам все предъявим. Назовите себя, пожалуйста. Что нарушил молодой человек? Где зацепление носа, Николай? Препятствовал незаконной вырубке. Мы не можем сейчас утверждать о том, что она законная. Вырубка лично руководил Терехов сегодня. То есть вы не можете утверждать, законная или незаконная вырубка? Правильно я понимаю? Я могу утверждать, что он не подчинился законным требованиям. А какие были требования милиции? Чему он именно не подчинился? Не препятствовать работе браконьеров. Документация у меня, к сожалению, с собой. Молодой человек препятствовал работе браконьеров. 057. Я не говорю, я вам не даю интервью. Волкова, Лариса. Проверьте документы на вырубку. Мы требуем вас, чтобы вы проверили документы у вырубщиков. Обращайтесь. Я не уполномочен давать интервью. Мы уполномочены вас потребовать проверить документы у вырубщиков. Пожалуйста, центр громадских ответов. Лично у вас я требую проверить документы у вырубщика. Это законно. Не представьтесь для начала. Не препятствует делать это право. Спасибо большое. Я вас приглашаю. Сейчас я дозвоню. Я позвоню и потом мы поедем. Это вы забираете? А себя, пожалуйста. Это Виталий. Кто вы такой? Ну меня, в общем, милиция задержала. Гражданин Украины. Кем вы приходите с этого? Вот, на дому. Какое дело? Дзержинский. Улица Романа Ролана, 13. Романа Ролана, 13. Что желательно, чтобы, я не знаю, Юрий Владимирович или вы подъехали. Пожалуйста, выполняйте законные требования работника милиции. Да. Присаживайтесь. Какой это отдел? Это отдел? Да, это центральное отделение милиции Дзержинского района. Центральное отделение милиции Дзержинского района. Присаживайтесь, пожалуйста. Так это, подождите, это вы задерживаете этого человека?
Это задержание. Что такое приглашение? Это не задержание. Что такое приглашение? Задержание будет ему оголошено в центральном отделении милиции. Присаживайтесь, пожалуйста. На каком основании? Вы можете быть его гражданским защитником. На каком основании? На основании закона Украины. Какого? Какого закона Украины? Какого закона Украины? Административный кодекс. Вы не слышите меня? Мы вас требуем официально проверить документы урубщика на вырубку. Товарищ подполковник, проверьте документы урубщиков на этой территории. Мы официально требуем немедленно. Обовязково. Как вас зовут, товарищ подполковник? Все ваши требования. Представьтесь для начала. Представьтесь вы для начала. Вы препятствуете работе милиции. Пожалуйста, вы препятствуете.